Традиционное для многих вузов мероприятие старшекурсники исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина в этом году решили трансформировать, причем кардинально. Никаких мудреных загадок и спортивных испытаний. На сцене креативно-развлекательный батл, проводя который студенты-старшекурсники соревновались с юными первокурсниками в творчестве и в организаторских способностях. Цель данного мероприятия – это, наверное, познакомить первый курс со студентами других курсов и показать, на что способны от второго до пятого курса студенты и, так сказать, показать пример первому курсу, к чему нужно стремиться. Ну и, конечно же, посмотреть на первый курс, что они на данный момент могут нам показать и чем в будущем будут удивлять. Музыкально-театрально-хореографическая битва получилась насыщенной. Уступать не хотел никто. Сразу было заметно – празднику посвящения предшествовала серьезная подготовка. Каждый участник старался остаться в сердцах зрителей хотя бы маленьким отголоском. Студенчество – это та категория людей, которая живет интересно, весело, но в то же время наши детки, они очень ответственные, они хорошо подготовленные, они эрудированные, замечательные. И вот на факультете создана такая атмосфера, которая позволяет объединяться как преподавателям, так и студентам в единую семью, интересную, которые живут вот все 5 лет общей жизнью, общими интересами. Однако от одной из главных традиций посвящения организаторы решили не отказываться. Неизменной осталась процедура поедания горькой пищи студента. Чудо-каши, состоящей из смеси самых острых приправ. С этим, как и со многими предыдущими испытаниями, первокурсники-историки справились, а потому бесспорно были приняты в очень дружный и веселый студенческий коллектив.